Овощи и фрукты на 30% дешевле, чем на рынке. В районе имени Казбек-Би появится 10 торговых павильонов плодово-овощной продукции по низким ценам. Соответствующий меморандум был подписан сегодня между районным акиматом, компанией «Арка» и ABC Business Company. Торговые точки будут похожи на мини-ярмарки. Белые шатры установят близ уже известных горожанам социальных павильонов «Арка изобилия». Социально значимая плодово-овощная продукция будет реализовываться из продовольственного запаса стабилизационного фонда Караганды. Подписанный меморандум, по заверению местных властей, поможет сдерживать рост цен на продукты питания в шахтерской столице. Нами достигнуты договоренности об установке определенных цен на товар, на плодово-овощную продукцию, вот, с ежедневным мониторингом, отчетом. И вся продукция, которая будет реализовываться, будет находиться на постоянном мониторинге. Цены будут минимальными, максимальная маржа – это 14%. На социально значимые продукты мы где-то будем, конечно, продавать даже в минус себе, но все-таки это проект по сдерживанию цен. Продукция однозначно – это плодово-овощная продукция, качественная, естественно же. Мы с большим пиететом относимся к качеству продукции, реализуемой нами.